24 июня. Вот такая вот гроза. Там вот идет. Где-то южнее нас. Вот не знаю, дойдет до нас или нет. Пока непонятно. Вот такая вот тучка. Хотя сегодня в Подмосковье там вообще жесть происходит. Прям заливает ураган. А у нас Сахара. Дождей давно не было. Но вчера тоже гроза была, не дошла. Посмотрим, дойдет ли сегодняшняя. Ну вот уже был слышен первый такой гром отчетливый, там потихонечку так грохочет. Это хороший знак. Неужели сегодня гроза все-таки будет, а? Столько уже времени прошло долго. Жара такая сегодня, 47 градусов было, а я чуть не помер тут. Это кошмар какой-то. Вот такая вот тучка. Сейчас дождь будет 100%. Вон там слышен такой гром. Едва заметный. Один ударчик был такой ощутимый. Будем ждать сейчас тучу. Пока сюда дойдет, вот гроза тут формируется. Тучка такая локальная. Фронт такой небольшой. Сформировалась здесь, в Подмосковье. Будем ждать. Ну вот гром уже совсем рядом. Слышен. Туча подходит потихоньку. Гром такой частый довольно. О! Вот там где-то ударило. Там вот туча больше гораздо. Вот, наверное, имеет. Да, ну да, туча вот с той стороны формируется. Здесь вот, здесь край. Это имеет смысл поснимать оттуда. Вот тут будет получше видно. Крыша капец как нагрелась тут в помещении, как в бане. Вот сейчас вот окошко открыл. Будет, наверное, полегче. Гром уже такой отчетливый, прям громкий. Слышно хорошо. О, была молния. Блин, камеру задрал. Не знаю, попала в кадр. Как всегда, в общем. Пока такие гулкие громы. Такое вот облако тут красивое. Молния есть, это хорошо. Там вот вообще фронт серьезный. Тучка такая. Гроза пока далеко. Даже не знаю, будет на камеру слышно, нет, этот гром очень тихий. Зато видно красиво, еще что-то там мигнуло впереди. Эта тучка такая активная, точнее облако. Электричка поехала, но сейчас все, ничего слышно не будет. О, была молния. Справа вон там где-то в край кадра должна была быть. Там вот видно туча такая локальная. Оттуда залповый ливень валит. А вот гром. А вот она, основная часть фронта. Там сверкает уже. Подходит, а вот это ушла. Сформировалась такую залповую тучу. Вот у нее верхушка. Подходит вот этот основной. Все никак не подойдет, по карте уже дождь идет, дождя все нет. Так, показалось ли вот здесь молния была? Маленькая такая. Вот был сильный, блин. Вот он, видимо, этот ураган. Московный. Страшный фронт сюда движется, он там сверкает молния, пока можно на улице поснимать, пока ливня нет. У меня, блин, окна были все открыты, двери, оно как дунуло. В доме все, что легкое было, все полетело тоже. Да, чувствую, буря будет сегодня порядочная такая.
Так, пока есть время, пойду последнее окно закрою. Так, все, теперь окна все закрыты. Вот и дождь пошел. Да, быстро. Такая вот стало прохладненько. Первые капли появились. Такая вот адовая туча висит. Сверкает там где-то внутрях, не видно. Быстро как несется вот эта шапка. Чувствую, скоро надо будет прятаться. Ух ты, ничего себе. Вот это я вовремя вышел. Такое бы не заснял. С предыдущей позиции. А вон как облака быстро несутся. Прям как в этой бесконечной истории. Шторм такой вот. Гроза прям на месте сформировалась. Вообще кошмар. Облако такое низкое. Вот, вот эта шапка уже до меня добралась, так сказать. Что-то еще раз сверкнуло. Выйду пока, может быть не такой сильный. Ай, там глаз. Капельки такие пока редкие. Да, где-то там в глубине сверкает. Ух ты, вот тут молния была хорошая. В край, по-моему, попала. Все, гроза уже здесь, рядом. Ну вот, вышел я, пошел дождик, все как всегда. Назад в укрытие. Трех сверкает. Опять где-то с той стороны. Опять подняться, что ли? А где-то там сверкает. Отсюда попробуем снимать еще раз. Позиции. Вот там все сверкает, сверкает. Где-то внутри. А сегодня, походу, снимать придется только с закрытым окном, иначе никак. Ветер прям дует. Невозможно, все сдувает. Вон там молнии сверкают. Где-то в глубине туч. Где они всем? Так часто главное. Каждую секунду прям он. Че себе? Сверху что ли? Он что творит? Страшное дело какое-то.
Да, после такой жары такая необычная гроза. Опять вам порыло. Так, где что молния-то, блин? Где что? Теперь там. Да, все молнии здесь. Только что такая молния была адская. Я тут бегаю туда-сюда. Сверкает каждую секунду сегодня. Там где-то молния. Ух ты, наконец-то хоть одна молния по центру кадра сегодня. Но я чувствую, что это еще не конец, только начало. О, еще. Да, серьезно сегодня. Вот это уже порядочно. Блин, ветер жалко такой вообще. Подувает он уж сквозь стены. Сверкает и сверкает. Еще молния. Так, его прям над головой сверкнуло. Ух ты, о, нормально. Ого, прям чуть не ослепило.
Все, санда пришла. Чувствую, сегодня отыграется за все эти дни. Даже птицы вон в шоке. Ого, все, гроза туда сместилась, по ходу дела. Ветер вроде как стих, окно что ли открыть? Ого, чё себе. Пока окно открывал. Вот это я вовремя окно открыл. Пока открывал окно, была такая молния. Мне все равно это будет сильно. Блин, тоже сюда сейчас заливает. Чувствую, сегодня не судьба поснимать. Блин, ну что утворяет, а? Прям выбивает окно. Офигеть. Ого! Молния так молния. Окно чуть ветром не выбило. Где гром? Грома что-то нет. Жалко, ветер дует сюда, а вон что там, блин, сверкает, здесь сверкает. Захвата камеры угла не хватает. Да, сегодня порядочно так, мощно.
Ух ты, прям по центру. Молния такая тусклая внутрях. Может, через дождь не видно. Еще где-то сверкнуло. Вот хорошая молния была, наконец. Да, сегодня, чувствую, гроза будет даже без монтажа толком. Просто все запихаю. Монтажную. На монтажный стол. И запущу рендер. Вот так вот сегодня. Вот что творит вообще. Дискотека сегодня какая-то. Сверкнуло по центру еще раз. Ух ты, не вот эта молния.
прямо слепило. Гром какой-то гулкий. Кстати, что подумал, сегодня же у нас 4 июля, а вот помню, эта легендарная гроза, вон что было, была 7 июля в 2020 году, а вот примерно в одно и то же время, шарахает как, вот эти вот супермощные грозы происходят вот примерно вот в эти числа, в первых числах июля. Но вот в этом году исключение какое-то у нас, июнь был такой мощный. В этом году вообще все раньше, на месяц. В мае было жарко. В первой половине мая снег лежал, а во второй половине было плюс 30. Так вот климат поменялся. Такие адские грозы теперь появились. Если раньше гроза просто была, то теперь такой ураган. В Москве смерч, торнадо. Крышу срывает. Но вот у нас пока такая версия лайт. Просто сильный ветер.
в самом краю кадра. Еще разок по центру. Редко, но бывает. А вот там закат, как ни в чем не бывало. Такой вот короткий сегодня шторм, там солнце светит. О, кстати, чистое небо, сейчас скоро закончится, значит. Вот, покажу сейчас, вон там это. Вторая камера тоже пишет. Там тоже сверкает, я вижу, порядочно, да? Ну-ка, здесь поснимаем, что тут. Мне больше все-таки с той стороны.
Походу гроза стихает, вон там уже просветы появились, разряды не такие частые, скоро, думаю, закончится. Ну а вы не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, сделать репост и нажать колокольчик. Вот. Ну а я пока постою, еще поснимаю, что-то там сверкает, еще есть шанс хорошую молнию поймать в кадр. Какая странная молния была сверху, или кусок молнии. Все-таки еще сверкает. Гроза прям по всему периметру. Вау, красивый был кадр на закате-то, а? Еще и с просветом. Ну вот, только начал съемку, тут молния.
Так, вроде как буря притихла, теперь можно поснимать с открытым окном. Какие-то капельки попадают, конечно, но не критично. Гроза где-то над грозовой. Опять дождь пошел сильный, только одно открыл. Как назло прям. Сверкает прямо над головой, над крышей. Так, он думал, что конец, а гроза только набирает обороты, получается. Смотрел по карте, там на ближайшие 2 часа это как минимум. У меня уже батарейка вот разряжается. Думаю, сейчас, наверное, сюда камеру поставлю. Там картинка, конечно, похуже будет, потому что телефон современный. Картинка здесь лучше. Камера старая. Но зато она может снимать так вот нон-стопом. На штативе пока постою, еще, конечно, поснимаю, но чувствую, скоро у меня тут батарейка сядет. Думала, еще одна. Да, гроза расходится по новой. Блин, жалко, окно заливает. Приходится через стекло снимать. Выпуск сегодня будет длинный. Сверкает. Ливень разыгрался по новой. Казалось, что все заканчивается. Вон, сверкануло как.
ветер опять задул. Thank you.
такая жесть. Все, поливает прям. Ливень под вечер разошелся. А я думал, что конец. Это было только начало. Сверкает, сверкает. А вот там закат вообще как ни в чем не бывало. Просто вот чистое небо. Уже больше сейчас поливает, а с той стороны солнце светит. Там сверкает. Как-то темно. Поярче. Сверкает и сверкает. Конца не видно.
Это неужели? Вон там просвет. Неужели это конец? Да, сегодняшняя гроза меня просто вымотала. В телефоне осталось 13% заряда. Памяти тоже там не так много. Думал уже просто бросить. Но, по идее, просвет тоже вроде стихает. Однако молнии не стихают. Молнии много. Пока еще поснимаю. По ощущению уже часа два. Снимаю, ну да, где-то 2 часа. Нет, конечно, жесть. Гроза супер долгая. По-моему, таких долгих гроз давно не было. Что вот так вот приходится снимать. Уже спина даже болит. А она все сверкает. Ну, кстати, сегодня громов было таких прям, чтоб уши вышибающие, не так много. Гром такой спокойный. Там молнии много, да. Вон там сверкает где-то. Зато на улице посвежело. Сегодня плюс 47 было. Это вообще жесть, конечно. Долгожданная гроза к нам сегодня пришла. Все, закат уже не видно. Времени 20:49. Почти 9 уже. Солнце садится где-то в 9 с копейками. 9:20. День уже пошел на убыль. Потихонечку в июле. Ух ты! Ярко. Молния такая блеклая была, но яркая. А может, это край, скорее всего, край молнии. Не рядом, а гром такой несокрушительный, слабенький, на удивление. О, да, вот это вот неплохо было. Под конец. Конец фронта. Гроза все не стихает. Тут скоро с ума сойду, походу. 10% осталось батареи. Пока еще снимает. Закат в грозе. Там молнии сверкают. Ливень опять разыгрался он.
гроза в закате. У меня сегодня необычно. Так вот там солнце пробивается и гроза хреначит. Молнии бьют, солнце садится. Ром гремит. Ого! Это молния, первый кандидат в заставку. Мне еще так нравится. YouTube запустил, короче, как Яндекс.Директе. Тест заголовков. Точнее, не заголовков, а тест картинок. Можно три картинки поставить, смотреть, какая лучше будет отрабатывать. АБ-тестирование. Кто понимает. Штука хорошая на самом деле. Ого, это заставка сегодняшняя. Блин, 6% осталось батареи. Гроза заканчивать даже не думает. Ну что ж, гроза походу заканчивается, стихает. У меня уже тоже сколько он, 4% осталось. Это вообще обзейшн какой-то. Буду я заканчивать съемку. В любом случае, там вторая камера стоит, запишет вторую часть. Обязательно тоже будет. Она пока будет снимать концовку. А я, пожалуй, пойду. Вон там, вон, блин, там, по-моему, еще один фронт идет. Это просто жесть какая-то сегодня. Такой вот закат красивый. Так что с меня пока на сегодня хватит. Ну вот, только паузу поставил, тут молния была. Ладно, давайте гром что ли дождемся. Вот как всегда. Подлянка какая-то. Прервешь съемку, сверкнет молния. Обязательно. Вот он гром. Ладно, ну все, на этом буду заканчивать. Вы не забывайте писать комментарий. Подписываться на канал, ставить лайк. Ну, на сегодня хватит. Вот вам прощальный гром.